A series of explosions have occurred at the Russian airfield at Jankoya in occupied Crimea. It's noteworthy that no confirmed weapon system in Ukrainian possession could have reached this target. But ATACMS could. Just saying. This is the footage of the attack, which the local authorities have tried to play it down. The Ukrainian military, on the other hand, said that they hit a stockpile of Russian rockets. Ой, прямо над нами где-то летит, да? Где-то рядом. Вон, да. Пытаются сбить его. Вон полетел, да, вон. Ой, блядь, он прямо соседи падает, что ли, да? Ёб твою мать! Он прям рядом влупил. Ай-яй-яй, не в дом хоть попал, а? На железку, да, упал? And in the morning, panic messages about a Ukrainian counterattack in Bakhmut began to spread on Russian Telegram channels. Wagnerians may be in cauldron, but they are holding the line, Russians wrote. More than 8,000 dead and as many wounded. Now we know this was not true, but at least Russians are in paranoia. Here's the longer bit of Gherkin's live stream today, where he asks Putin to shut up. With more context, Gherkin refers to Putin's words about the lack of hypersonic missiles being the reason why Russia couldn't invade Ukraine in 2014, and instead of properly taking command of the army, Putin is flying helicopter simulators. Ведет себя так, как будто он не президент огромной исторической страны с тысячелетней, более чем тысячелетней историей. Какая-то вот тряпка рассказывает всем очередной раз, как его водили за нос. Он прям зациклился на этом. В недавнем интервью, которое он давал на заводе, производящем, на авиационном заводе, он, отвечая на почему мы не вступили в войну в 2014 году, когда украинская армия была и разложена, и слаба, начал нам рассказывать про какие-то, что у нас не было гиперзвукового оружия, начал говорить о том, что его водили за нос опять, вот прям зациклился он на этом. И, ну и вообще вел себя крайне неуверенно. Что я могу ему посоветовать, вернее не ему, а его спичрайтерам? Молчите, пусть он вообще молчит, не открывает рот. В данной ситуации это намного полезнее, чем бормотать глупейшие оправдания, над которыми можно только смеяться. Потому что это единственное, даже для нормальных патриотов России, это единственная возможность не плакать. Это смеяться над такими высказываниями. Пусть лучше молчит, потому что все, кто находится, все в курсе, как в 2014 году можно было пройти от Харькова до Одессы практически, наверное, без единого выстрела. И как спустя 8 лет, несмотря на гипотетическое наличие у нас гиперзвукового оружия, которым так кичится президент Российской Федерации, не удается не пройти не только до Одессы, в Харьков не удалось нормально зайти. Вернее, те, кто зашли, не все вышли. Смешно сказать, за первые полгода проведения специальной военной операции, ну, данные те, что есть, за первые полгода, других данных у меня нет, я пользуюсь только тем, что есть в средствах массовой информации, было выпущено 3 ракеты гиперзвуковых, кинжал, по каким-то там объектам, нам, опять же, неизвестным по соображениям военной тайны. И правильно президент говорит, что фактически мы это оружие не применяем. А если мы его не применяем фактически, то какое значение оно имеет вообще для ведения войны? Тем более полномасштабной, крупномасштабной войны, которая не ограничивается какими-то небольшими территориями, идет уже больше года. Да никакого. Получается, что оправдание президента о том, что в 2014 году у нас этого оружия не было, и вот поэтому мы не могли воевать. Но это чушь собачья. У нас сейчас оно якобы есть, но все равно на ход войны не оказывает никакого влияния. Молчите. Подскажите президенту, пусть молчит, пусть меньше рассказывает про нос, про свой многострадальный.
Мне не придется тогда высказывать жесткие прямые слова в его адрес, чтобы ну, просто как-то повоздействовать. Заткнись. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Я это говорю не потому, что я терпеть его не могу. Я говорю, что потому что у нас война. И каждое неосторожное слово, каждое дурацкое телодвижение главы нашего государства, каждая его безответственность очередная, когда вместо того, чтобы принять на себя руководство Государственным комитетом обороны, он вместо этого на симуляторах на вертолете летает. Это все идет в копилку. Точно такие же копилки были и у Милошевича, и у Каддафи, и у Саддама, еще много кого, кого собирались свергать Соединенные Штаты. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day we had a guy last week. It's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.